Двойная победа. Минский полумарафон 2019 для бегуньи Нины Савиной стал судьбоносным. Воспитанница Бобруйского училища Олимпийского резерва на дистанции 21 километр и 100 метров установила сразу два рекорда – личный и трассы. Преодолела маршрут за 1 час 11 минут и 24 секунды. Очень хорошее время Нина Савина показывает. Молодчина. Поздравляем Нину Савину с первым местом. Нина Савина обошла соперниц из Эфиопии. Они расположились на второй и третьей строчках. Прибежали позже белоруски на 38 и 54 секунды. Сам же пятый минский полумарафон в этом году собрал более 40 тысяч участников из 59 стран мира. А призовой фонд соревнований составил 60 тысяч долларов. Тренер Альбек Салсанов восхищается новой победой своей воспитанницы. За мою 40-летнюю жизнь в спорте это у меня третий ученик, который на Олимпийские игры попал. Тогда было в 96 году в Атланте, Галушка участвовала, Наталья Григорьевна, и Андрей Гордеев участвовал в Пекине. А вот она претендует на Японию, на Токио 2020. Спортсмены соревновались сразу на нескольких дистанциях. На самой короткой, к слову, отмечен самый массовый старт за всю историю состязаний. 5,5 километров решили пробежать 25 тысяч человек. На следующий день после утренней тренировки в своем плотном графике Нина Савина нашла время, чтобы поделиться эмоциями с телеканалом «Бобруйск-360». До этого я устанавливала тут же на этой трассе, но это было уже в далеком 16 году. Вот поэтому я очень счастлива и очень рада. Я считаю, что трасса одна из самых сложнейших у нас в Минске считается. Она, я думаю, она очень силовая, там очень много подъемов, и к этой трассе просто так ее не возьмешь. Маршрут участников пролегал через проспекты Победителей, Независимости, Машерова, улицы Володарского, Маркса, Энгельса, Коммунистическую, Куйбышева, Богдановича, Янки Купалы, площади Независимости и Победы. Призовые Нина Савина получила в размере 6000 рублей. Кстати, минский полумарафон легкоатлетка считает одним из сильнейших стартов в своей 12-летней карьере. Говорит, слагаемый успех в трех составляющих. Она, тренер и соблюдение режима. Утром тренировка, обед по расписанию, восстановление, там массаж, нужно сходить быстро. Сон – это самое главное восстановление. Я без этого не могу, это мне нужно. В первую очередь, вторая тренировка. Еще и ужин приготовь, то есть, в общем, весь день занят. От 450 до 550. Именно такой километраж ежемесячно пробегает Нина Савина. Сейчас спортсменка участвует в чемпионате мира по кроссу. Среди полицейских он проходит в Милане. Сотрудница УВД Бобруйского горисполкома – единственная, кто попал в сборную Беларуси из нашего города. Вместе с ней честь синёкой в Италии отстаивают еще 5 человек из Гродно. Желаем Нине покорения новых дистанций. Мария Бересневич, Андрей Богдан. Итоги недели.